Привет, я ученик Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта Горпынченко Иван, группы ТМ-11, первый курс. Сегодня со своим отцом, который в данное время находится за камерой, делали кормушку. Мы сделали ее из фанеры, крепко скрепили ее шурупами. Основание мы делали из доски. Мы насыпали туда семечек и сделали крючок из проволоки. Повесить мы решили ее на ветку в саду.